Полный аншлаг. В концертном зале творческого объединения «Классика» фактически нет свободных мест. Здесь собрались люди, желающие погрузиться в атмосферу ныне несуществующего, а раньше гремевшего на всю страну молодежного театра Регины Гринберг. Молодежный театр в Иванове существовал с 1957 года. Создала его Регина Михайловна Гринберг, ставшая впоследствии заслуженным деятелем искусств России, поставившая очень много спектаклей в молодежном театре. С 1966 года это были поэтические представления. Спектакли ставились по произведениям Андрея Вознесенского, Булата Акуджавы, Владимира Высоцкого, чьим именем впоследствии был назван театр, и Марины Цветаевой. Моноспектакль «Настал черед», который привел ивановцев-театралов в концертный зал, создан как раз по стихам великой поэтессы. То, что спектакль был показан в записи, не смутило поклонников театрального искусства. А присутствие в зале Надежды Романовой, сыгравшей главную роль в постановке, позволило зрителям воочию увидеть приму молодежного театра. Спектакль лучше смотреть, конечно, спустя 40 лет. Не знаю, как это прозвучит, и честно, очень боюсь, что это может потеряться, потому что съемка была не студийная, а просто, что называется, домашние заготовки. Вот. И совершенно не уверена, что это очень здорово прозвучит на большом экране, поэтому, в общем, волнуюсь. Просмотр спектакля на большом экране и правда занятие довольно необычное. Однако размытость кадра, резкая смена ракурса – все это оказалось как нельзя гармонично в сочетании со стихами Цветаевой и талантливой актрисой в кадре. К тебе, имеющему быть рожден, столетия спустя, как отдышу, из самых нерв, как насмерть осужденный, своей рукой пишу. Судьба театра довольно трагична. Здание его сгорело, режиссер умер. Но память о том, что на Ивановской земле когда-то был театр, известный своими постановками на всю страну, жива. И интерес жив. То, что такие встречи проходят и собирают полные залы, реальное тому подтверждение. Полина Поносицкая, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.